Сервис аренды электросамокатов «ВУШ» теперь будет тестировать красноярцев на алкоголь. Так в компании хотят ограничить поездки пьяных пользователей. В приложении перед арендой у пользователя проверят скорость реакции с помощью двух тестов на внимательность. В одном нужно будет соотнести цвет и его название, во втором расставить число от меньшего к большему. Однако, как рассказали в пресс-службе компании «ВУШ», действовать такие проверки будут только в определенное время. Тестирование будем включать в определенных локациях, в определенные временные промежутки. Чаще всего это вечер. Если речь идет о выходных, то может быть вечер и ночь. Естественно, каждый пользователь может отказаться от прохождения теста, ну, либо по каким-то причинам не сдать этот тест. В таком случае мы не будем отказывать ему в поездке, но при этом ограничим скорость до 15 км в час.